Всем привет! Решил сегодня вечером в Йом-Кипур прогуляться по Ильят-Яму. Сегодня по еврейскому календарю 9-е Тишрея, по григорианскому календарю 24-25 сентября, то есть воскресенье на понедельник. В общем, в этот день евреи отмечают в Израиле Йом-Кипур. Судный день. В общем, это самый важный, самый святой день для евреев всего мира. Считается, что в этот день Всевышний выносит свой вердикт, оценивая поступки человека за прошедший год. В общем, в этот день оценивают поступки и ставят печать в книге жизни на следующий год тем, кому предстоит его прожить. Поэтому желают в этот день Хатима Това, в общем, хорошей записи вам в книге жизни всем. Хотя вообще в дословном переводе это с иврита день искупления или день всепрощения. В общем, в этот день верующие просят у Господа прощения. Традиционно в этот день евреи соблюдают 25-часовой пост, который начинается за полчаса до захода солнца, ну и заканчивается после появления трех звезд на небе на следующий день. Причем пост довольно жесткий, даже не то что есть, пить нельзя, умываться нельзя, использовать косметику, носить кожаную обувь. Улицы, дороги перекрываются. По сути, в этот день работают только экстренные службы, ездят по дорогам. Ну и можно наблюдать. Ну, как видите, детям этот день очень нравится, потому что дороги перекрываются и они выкатываются на всем том, что у них есть в транспортном средстве, на роликах, на самокатах, на каких-то машинках. Все вываливаются на площади, на проезжей части. Так что можем сегодня погулять тут по округе и посмотреть, как дети отдыхают. Ну и старшие за ними присматривают, естественно. В общем, небольшой балаган на улице. Thank you.
Ich bin auch nicht dran.